уважаемые читатели, сограждане, я хочу к вам обратиться с тем, что я очень устал, что из меня делают монстра. Здравствуйте, что... да какой вы монстр, так играете хорошо. Такой симпатичный молодой человек. Нет, мы просто пытаемся сделать обращение к «Комсомольской правде» и к журналистам, которые пытаются сделать из меня какого-то Гитлера, что я убрал своего ребенка. Ну это уже прошло. Это прошло. Как точно прошло? Хорошо. Красивый. Фотографии показывали во сне. Мы же берем все нитки. Спасибо. Мы читаем про всех и про все. У каждого все. Ну просто вы на виду, а мы там. Поэтому... Кто больше говорит, затем и правда. Ну ладно. Ну, счастливо. Все доброго. Ну, короли вам. Спасибо большое. Я правда устал, что из меня делают монстр какого-то персонажа из фильма «Жмурки» с пистолетом в руках. Я ни с кем не воюю. Я не воюю ни с какими женщинами. Я не воюю с Юлией Юденцевой. Я просто пытаюсь спасти и защитить своего ребенка. Я не вру, не обманываю. И каждое мое слово – это правда. Я готов поклясться на Библию. Я просто не хочу, чтобы моя дочка погибла. Но я также хочу, чтобы у нее была мама. Но мама, к сожалению, об этом не думает. Ей нужна какая-то своя выгода, свой пиар, я не знаю что. Но если она меня услышит, если меня услышит мама, Юля, хватит валять дурака, познакомься со своей дочкой, приезжай, начни с ней общаться. Но взять и отдать ребенка вот сейчас, когда ты ее даже не знаешь, это преступление. Это будет шок для нее, и это будет стресс. Пойми это, наконец.